И в продолжение темы повышения материального благополучия граждан правительство России утвердило порядок назначения единого соцпособия для семей с детьми, имеющих низкие доходы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Пособие, которое вводится с 1 января, объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, пособие положено беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки. Выплаты предоставят семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума. Его размер составляет 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в зависимости от финансового положения семьи. Так, в Тверской области прожиточный минимум на детей составляет 13 606 рублей. Подать заявление на получение выплаты можно с 28 декабря на портале «Госуслуги». Пособия семьи будут получать уже с января 2023 года.